всем передам веселый чай, и мы расскажем, как мы свой день провели. Вчера мы писали чеки, устали, легли спать. Сегодня опять бабушку не кушаю, сегодня редко. Кашу, яйцо, пью чай с колой дедушкой. Я пью чай с колой, ел сэндвич и пью чай с колой. Потом мы поехали на... Куда? Куда? Да, поликлинику, что нам выписал врач. Все, выписал справку в санаторно-курортную. В Елсках? В Анале? Да. Выписал справку. А потом пошли к другому врачу. Угу. К какому хотели пойти врачу до этого? Выписал санаторный курорт. Коротную карту, пошли к другой тете, а потом пошли в Магнолию. Куда потом пошли? Все делали. Все сделали, да. Потом пошли в магазин. Смотри. Мам. Потом пошли в магазин, да. Мам, смотри, смотри. Вижу. Смотри, куда потом пошли? Паша. Не, в Магнолию. Магнолия. Купили вот такую вот воду. Объем 1.5 литра. Что это, конечно, 1.5-литровая? 1.5-литровая стоит... Хороший день. 1.5-литровая стоит... Цена. Это Магнолия. 25 рублей. 25 рублей. Оценка? 5. Допьем ее. Сколько? 25 рублей? Да. Сколько? 25 рублей. Оценка? 5. Потом куда поехали? Потом зашли в магазин. Пятерочка. Фу, пятерочка. Че у тебя голова закрыта? Леш, у меня о другом голова думает. О том, чтобы ничего не забыть. Ты издеваешься надо мной, что ли? Ты не понимаешь? Куда потом у меня голова вообще о другом думает. О документах, о вещах, о лекарствах. Понимаешь? О том, как завтра спокойно все сделать нормально. Меня не думает, понимаешь, у меня уже мозги отключились о том, что мы сегодня делали. Если у тебя они работают на этот счет, давай рассказывай, не надо меня мучить. Куда потом пошли? Леш, ты меня совсем хочешь вылить, как лимон, что ли? Куда потом пошли? Я не помню, куда мы, в Ашан пошли. Нет, куда? Магно, в Дикси. В Дикси, купили вот такой сыр, как называется? Моцарелла. Моцарелла, сколько стоит? 160 рублей. 160 рублей. Потом мы пошли в Асан. В Ашан. Купили такие вот тетради. Сколько стоит? По 8 рублей. Оценка? 5. Сыр, оценка? 5. Купили вот такой вот... Мыло глицерина, отлично. Мыло глицерина. Сколько стоит? 10 рублей. 10 рублей, оценка? 5. Купили вот такой вот устрин. Красная птица. Угу. Фирма Асан. Сколько такое стоит? 55 рублей. 55 рублей. Оценка? 5. Купили хлеб с собой взять. Куда ходит хлеб? Купили сколько стоит? Сколько? 17 рублей. Да. Просто деревенский. Купили колбаски. Какой сколько стоит? Такой 15. А сколько сыром стоит хлеб? 29. 29 рублей. Оценка? 5. И еще купили хлеб? Да. Сколько такая колбаса стоит? Колбаска? 44 рубля. 44 рубля. Оценка? 5. Купили вот такое вот, что это? Колбаска. Сколько стоит? 5. 34 рубля. 34 рубля. 33, вернее. 5 рублей. Ой, 5, пятерка. Лёш, давай не мучай. Сколько стоит? Там написано 30. 3 рубля. 3 рубля. Оценка? 5. 5. 5 рублей. Купили вот такие вот, что это? Рулетики. Сколько стоит? Там написано 50 рублей. 50 рублей. Оценка? 5. Все, приехали всё. Домой. Да. А еще нашли магазин, купил мамсе заколку и купила заколку? Зарядку. Заколка 40 рублей, а зарядка 100 рублей для айфона. Все, как бы, все, Олен, чай и все.